Михайловской набережной начинается подготовка к работам по благоустройству. Напомним, что за эту территорию местные жители проголосовали в прошлом году. И теперь проект будет реализован в рамках программы формирования комфортной городской среды. В ближайшие дни на объекте начнутся работы. Свой привычный облик Мигаловская набережная поменяет кардинально. Проектом предусмотрено ее комплексное благоустройство и всей прилегающей территории. Здесь будет 7 больших площадок, соединенных единой тротуарно-пешеходной сетью. На набережной предусматривается установка 3 спортивных комплексов с тренажером, детской площадка, скамейки с урнами, навесы, освещение в виде парковых светильников, парковочные карманы для велосипедов, автомобилей, озеленение зоны отдыха. Планируется построить лестницы. Мигаловская набережная принимала участие в рейтинговом голосовании прошлой весной. Согласно правилам, объекты для благоустройства выбирают заранее. Отбор общественных территорий на 2022 год стартует уже в ближайшее время, 26 апреля, и продлится до 30 мая. Принять участие в рейтинговом голосовании могут все желающие. Обращаем ваше внимание, что на этот раз выбор можно будет сделать через сайт госуслуги. Подробности на специальной платформе za.городсреда.ру.